12:15. Thank you.
первым центром общественной жизни в Твину стал Дом пионеров. Газета «Серп и молот» от 1 ноября 1924 года писала: «В седьмой годовщине Октябрьской революции уездное бюро юных пионеров открывает центральный дом юных пионеров в Клину». Жизнь как река, бежит, течет, струится, и тут за днями дни, года летят. Как некогда порой остановиться и оглянуться некогда назад. А в жизни были взлеты и победы. А жизнь альбом про мир и про людей. А чтоб однажды осознать все это, для этого и нужен юбилей. Век прошедший, новая история. Не вернуть его, не исправить. На мгновение и не более. Предлагаем его представить. Я не хотела, я правда нечаянно. Так, значит так, на рассвете я и Колокольчиков идем исправлять оборванные ею провода. Я правда нечаянно. Все, к делу. В саду дома номер 34 по кривому переулку неизвестные мальчишки обтрясли яблоки. Они сломали две ветки и помяли клумбу. Дом красноармейца Крюкова. Кто у нас бывший специалист по чужим садам и яблоням? Ну, я. Кто это мог быть? Это работа Мишки Квакина, его помощника по кличке Фигура. Яблоня Мичуринка, сорт «Золотой налив». Ладно, Квакином разберемся позже. Дальше. В доме номер 54 по Пушкаревской улице коса пропала. Иду и вижу, старуха девчонку колотит. Я кричу: «Тетенька, бить не по закону, а она, коза пропала!» Чей дом? Дом красноармейца Павла Курьева. Девчонка, его дочь, зовут Нюркой. Колотила ее бабка, как зовут, не знаю. А коза серая, зовут Манька. Козу разыскать. А в доме номер 22 девчонка плачет. А плачет-то она чего? Спрашивал, не говорит. А велика ли девчонка? 4 года. А чей дом? Это дом лейтенанта Павлова, того, что недавно убили на границе. Спрашивал, не говорит. Ты поняла, чем мы занимаемся? Поняла, но не совсем. Ты объясни мне проще. Если на доме нарисована звезда, то значит человек ушел в Красную Армию. У тебя отец в Красной Армии? Да, он командир. Значит, и ты под нашей охраной и защитой тоже. Пройдем еще не раз, давай.
куда вы едете? Мы едем отдыхать. Зачем, зачем вы едете? Мы едем загорать. Сказали герои войну, и даже погони войну. Хорошие песни, веселые песни, товарищи наши поют. Хорошие песни, веселые песни, товарищи наши поют. Внимание у пассажиров! Юбилейный экспресс номер 100 отправляется с главного пути и продолжает свое путешествие. Ребята, а вы в каком вагоне едете? Мы в театральном, а вы? Мы с техниками, а вот они художники. Какой классный путешествие получается. Да, ребята, а чего вы ждете от этого путешествия? У нас большой концерт. Готовимся, репетируем. А мы на конкурсе техников модели будем запускать. А мы ждем новых открытий, интересных встреч, радости, побед. Молодцы, ребята. А вы знаете, что наши ученики в этом году заявили о себе не только в нашем регионе, но и в стране, и в мире, и стали победителями и призерами 170 конкурсов и фестивалей различного уровня, соревнований, а еще участвовали в важных акциях и реализовывали социальные проекты. Нам было интересно, было увлекательно, и у нас есть цель. Все наши победы мы посвящаем столетию нашего любимого Дома детского творчества. Правильно! У Дома детского творчества юбилей. Ведь 100 лет бывает раз в жизни. День рождения. А в день рождения принято дарить подарки. А что же мы, дети, можем подарить? Свои победы, свои достижения и свое творчество! Thank you.
знаю, подруга, как ты справишься? А что такое? Как что? Ты запасы для ресторана пополнила? Ну, конечно, продуктов на всех хватит. Меню стандартное. Ну, как же стандартное? Ведь экспресс-то юбилейный. Целый поезд из самых замечательных людей. Детей и взрослых. Ой, ну это совсем другое дело. Надо их обязательно порадовать, приготовить что-нибудь вкусненькое. Меню должно быть праздничное. Да. Согласна. Значит, нам без юбилейной песенки не обойтись. Ой, а наши официантки, вы думаете, они только обеды подают? Конечно же нет. Они подают большие надежды. Они, между прочим, настоящие артисты. Если дороги заскучали, здесь нет причины для печали, к нам ресторан скорее приходи. Для вас всегда накроем, лучшее место вам устроим, время дороги с нами проведи. Что хочешь, можем приготовить и тебя удивить, своим талантом кулинарным покорить. Меню и борщ, оливье, котлеты, плов, уравье, все с пылу, жару, пирожки нам удались. Не можешь съесть, тогда с соседом поделись. Даже по признаку гурману в нашем вагоне найдется, что перекусить. Есть голубцы, есть отбивная, и кулинарка есть мясная, даже жульен вам может предложить. Наш юбилейный экспресс летит вперед и вперед, уже 100 лет летит, не замедляя ход. Нас вдохновляет успех, его мы делим на всех. Дорог и творчество все за руку идем, и мы преград не видим на пути своем.
Желаю
Ребята, а вам нравится путешествие на самом необычном экспрессе в поезде 100? На все 100%. Сегодня все крутится вокруг цифры 100. Интересно, а сколько сможете придумать вы выражений с цифрой 100? Например, 100% гарантия успеха. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 100 одежек и все без застежек. 100 раз лучше. 100 очков вперед даст. Один человек пройдет, след останется. 100 человек пройдет, дорога проложится. А мне нравится выражение «впереди 100 путей, 100 дорог». И судя по карте, дорог впереди действительно очень много. Вы, ребята, замечательные и туристы, и артисты, и путешественники. Только смотрите, рюкзаки не забудьте. Там весело живется!
Желаем всем счастливого пути. Радовались настоящему и мечтали о том, что нас ждет. Да, и я думала, что знаю о творческом пути Дома детского творчества немало. Однако это чудесное путешествие открыло для всех много интереснейших страниц жизни нашего Дома детства. Интересно, что нас ждет там, за поворотом? Такой риторический, красивый вопрос. Вы знаете, такое длинное путешествие, но мы с вами сегодня совсем не устали, правда? Да. Добрый день, дорогие друзья. Дорогие друзья, и по-другому никак. Потому что Дом детского творчества – это целый мир. Это такое большое количество добрых сердец. Это такие прекрасные дети. Можно только представить себе, сколько сотен, сколько тысяч детей приходили в Дом пионеров, а потом в Дом детского творчества и получали самое ценное, что можно получить в жизни. Прекрасный опыт, добро, любовь, а потом и профессию. И мне очень приятно сейчас от себя лично, от нашего большого коллектива, коллектива всей системы образования, поздравить Дом детского творчества с таким прекрасным событием. Отчетный концерт удался на славу, потому что 100 лет большое количество талантливых, мудрых, творческих людей отдавали все свои силы, все свое время, душу и сердце, и продолжает. Коллектив Дома детского творчества продолжает это делать. Сегодня такому огромному количеству детей и взрослых. Ведь обучая детей, мы обучаем всех, кто к ним имеет отношение. Значит, и наших родителей, наши семьи. И мне хочется поздравить от нашего управления образования, методической службы, всех сотрудников системы, всех-всех, кто когда бы то ни было, приходил, обучался, работал и, конечно, продолжает это делать. Сегодня коллектив Дома детского творчества в лице Ларисы Васильевны я позволю вручить цветы, сувенир. И я думаю, что мы обязательно обсудим, как прошлый юбилей с вашими творческими коллективами, мы обсудим, какой же подарок. Мы сейчас не будем интригу открывать, мы сделаем Дому в этом году, чтобы он действительно все больше и лучше, все интереснее и ярче сверкал на нашем небосклоне, потому что он прославляет не только городской округ. Это действительно наше брендовое учреждение дополнительного образования. А сегодня оно такое большое, и так много интересных видов деятельности может предложить нашим детям. Так много творчества, так много всего того, что сейчас я, смотря на сцену, думаю, я все хочу попробовать. Я бы, если бы была ребенком, пошла бы сейчас в каждый кружок и, наверное, к каждому педагогу. Потому что это действительно потрясающие люди. И мне хочется сказать огромное спасибо вам, Лариса Васильевна, за правильный вектор, коллективу, который дарит нам столько радости, столько положительных эмоций и, главное, формирует наших детей, воспитывает наших детей. Это не просто кусочек знаний или формулы, или какое-то количество текста, ведь это действительно снять с руки мастера. Как он это любит, научить детей любить то дело, которым ты занимаешься. Поэтому поздравляю, желаю всем мира, добра. И чтобы вот в этом мире, чтобы в мире Дома детского творчества продолжал
развиваться успех каждого ребенка и каждого коллектива, чтобы всегда с радостью наши педагоги, наш коллектив продолжал нас засыпать интересными идеями, слетами, конкурсами и всем тем, чем только возможно. И, конечно, развивался, потому что мы говорим, что время движется, и посмотрите, мы сейчас видели на большом пути, какое развитие, какие толчки были за то время, которое существует дом. 100 лет, такая большая цифра. С праздником, здоровья, успехов, любви, добра и процветания нашему дому детского творчества. С юбилеем! Огромное всем спасибо, но наше путешествие продолжается. Мы их смотрим, мы рассматриваем картины, посещаем выставки. Дом детского творчества тоже пережил 100 лет. Дом сотрудники и вообще это учреждение стало тоже классическим. Мы классики. Мы даем детям классическое воспитание. Правильное, по правильному вектору, повторюсь сегодня. И я хочу в этот замечательный день, сегодняшний праздник, сказать о том, что в Доме детского творчества работает в данный момент 80 человек, сотрудников, педагогов, педагогических коллектив. Около 300 детей занимаются в творческих объединениях. И педагоги самые талантливые. Правда. Наши педагоги самые талантливые. С душой относятся к каждому ребенку, к каждому проекту, который они выполняют. Воспитывают детей в духе патриотизма, любви к своей родине. Педагоги стремятся к тому, чтобы как можно больше из наших детей вырастить творческих личностей. Я хочу поздравить сегодня и поблагодарить всех, весь педагогический коллектив, весь наш коллектив Дома детского творчества, родителей, ребят, которые посещают наши творческие объединения. Приглашаю как можно больше посещать. Мы постараемся, конечно, всех принять, хотя не всегда получается это. И я поздравляю с этим замечательным праздником и желаю, конечно же, Дому творчества процветать,
чтобы был это не первый 100-летний юбилей, чтобы еще были юбилеи, и могли они прославлять наш город. Я думаю, что Дом детского творчества вписан в страницу истории города Клина. Желаю еще раз, поздравляю всех с праздником, и желаю творческих успехов, побед, достижений, радостного отношения к своему труду, детям побед и достижений. С праздником, дорогие мои! Вниманию пассажиров! Юбилейный экспресс номер 100 прибывает на станцию «Настоящее». Что нас ждет впереди.